Сколько? То есть, блядь, на севере от тебя враги. Сейчас я к тебе двигаюсь. Хорошо, мы их подкемперили, знаешь? Точно. Ладно, остаюсь. Можно сказать, двух точно грохнул, может даже троих. Это как бы наш совместный фраг. Знаешь, не отвлекайтесь от своих может управлений. Может быть, если бы мы чуть-чуть подождали, было бы ближе, те осмотрелись, остальные не пропускайте подход врага. Мы же не знали, когда именно мы их увидим. Потому что когда увидели, так и сливали. Да. Что да, у вас там? Да, кстати, не уважен. Просто надо было чуть-чуть вот-вот. Я просто увидел командира, блядь, понимаешь, и он все, чувак, соблазн. Надо валить чувака с ДВшкой, сам однозначно указан. С юго-запада свои идут. Да. ФМФ. С юго-запада свои, это с той стороны. Да, к нам поднимаются, поэтому следите за огнем. Слева взрывы. Слева пускам? Ну, далеко. Так, ну, загородь. Да, да, да. Вы не мне это говорите, вы метки ставьте. Нам отсюда не уйти, потому что если нас спасет РПГ, да, то как бы это, наверное, со 136-й нас спасли. Никора, ты можешь метку поставить на этого АТшника, который нас спасет? Никор тебя спрашивает, можешь эту метку поставить на человека, который спасет их? Нет, не могу. ПДВшки сказали, я просто передал ему. Нет, не могут. ПДВшки сказали, он тебе просто передал. Викинг, блять, настройте ДВшку. Блять, я на ДВшке, чули вы хотите там? А, я вас обманул. У нас ДВшка настроена на месте командира, и я слышу ДВшку только когда я на командире. ГГГ. А, хорошо. Так забавно звучит это лепетание непонятное. Но у него ДВшка была настроена только на месте командира, поэтому он и слышал только в этом случае. А на других позициях он не может настроить, или она что, сломалась? Забыл. Скажи, что забыл. Настроить на других позициях, насколько я понял. А сейчас что ему мешает? А сейчас он сказал ГГГ и, видимо, пошел настраивать. Ясно. Погоди, Никор, нас там уже который... со северо-востока штурмуют. Так, давай-ка. У нас есть там кто-то? Есть. Оса нас позовет, если у них проблемы будут. Вижу этих пидоров. Так, нам бы, блять, как бы вырулить. Давай-ка, может быть, метров 5 с поворотом налево проедь вперед. Ага, ну туда же, короче, да, примерно? Ну типа да. Стоп! Твою назад, мать! Назад, нет, стоп, как ты, блин, напугал! Хорошо, стою, отлично! Тихо! Да раз, на! Севера, Закин! Охуенно! Так я о чем говорю? Всех на ну, вот там это, прикрывать. Главное, это наша зона, в первую очередь. Сдавай назад. Павлик, у тебя на севере по-прежнему чисто? Это викинг накрыли остатки пидорасов. Я не могу, я мясо, он не работает, я жду пока поменяться. Правильно. Да. Блять, пуск дура! Да. Давай назад, давай назад, блядь. Быстрее, пока он не перезарядился. Назад из схватки. У вас на севере, курсик, блядь. Близко к вашей базе. Давай в складку заезжай. Вперед, быстрее. Так, Никор, у меня тут рядом уже разрывы. Я на север двигаю чуть-чуть. Тормози там за зданиями. Давай назад. А, да, вот так правильно, стой. Я догадываюсь, я в поле. Ух ты ж, мать твою. Нет,
Кратос. Да-да-да, это враг был, блядь. Он прям под базой. Он прям рядом с нами. Нет, что, я просто пропустил. Так. Эй, чувак, привет. Не говорите ему. Где, кто, где, с какой стороны? Сзади, по-моему, был. Это я сел. Я высаживался, я сел. А, ты высаживался? Я, да, я тебя предал, я же бросил машину, бля, и убежал. Красавчик. Что хотел, я видел, как эта штука рядом стреляет. Так, с запада к ним. Так, я хочу разрушать, что открываю. С какой складки этот козел стрелял? Давай вперед чутка. Открой, я с тихо стреляю. Вижу. Уйди нафиг с моего камня. Да. Ты запомнил позицию, где он был? Да, в одной из этих ебаных складок. Он отстрелял нам все гранаты, блядь. Я не знаю, как он не попал по нам. Мне пошло, что должна быть смотреть. Азим, давай. Давай на прежнюю позицию. Там наши уже штурмуют. Все толпой в одну точку не смотрите, стоп, не стреляйте. Стоп, кто вперед, 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 чутка, активно не видит огонь, прикрывайте. Другие азим. Готов, падла. РПГшника пизданули. Победа! А ты говорил, не постреляем. Слушай, вот это вообще пиздец было остро. Сколько там интересно их? Четыре.